Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходил с 3 по 6 июня в польском городе Познань. Наша алтайская спортсменка Ирина Андреевна в паре с Алисией Ромасенко выиграли финальный заезд женских парных экипажей каноэ на 200 метров. А днями ранее воспитанник барнаульской гребли Александр Дьяченко вместе с Юрием Постригаем взяли бронзу также на дистанции 200 метров. Хоккей на траве продолжает свое шествие по алтайской земле. 8 и 9 июня барнаульский коммунальщик в рамках 5-го тура женской суперлиги встретится с Акбарс Динамо из Казани. В прошлом сезоне команды встречались 3 раза и во всех матчах победу праздновали хоккеисты из Татарстана. В турнирной таблице коммунальщик находится на 3-м месте с активом 13 очков. А наши соперники из Казани отстают на 3 балла. Матчи пройдут на стадионе «Коммунальщик» в 19:00. Международный детский футбольный турнир в памяти Геннадия Смертина стартовал в Барнауле. Футбольные баталии продлятся всю рабочую неделю. В них примут участие лучшие 100 игроков из Новосибирска, Алматы, Москвы и Барнаула. По ходу международного фестиваля реализуют социальный проект под руководством Алексея Смертина. Его суть – товарищеские игры между воспитанниками алтайских детских домов и домов-интернатов. Финальные матчи турнира состоятся 11 июня. Дмитрий Дроздов. День с толком.